Всем привет! Сегодня у нас вот такая вот небольшая гора посылок. Сейчас это за несколько дней пришло, несколько дней подряд приходили посылки, но не было времени их распаковать и посмотреть, что внутри. Давайте распакуем все и посмотрим, я попробую вспомнить, что где я заказывал. В общем, в основном это посылки из JD, и вот получается две посылки с AliExpress. До них мы дойдем чуть позже, но давайте посмотрим, что нам прислала JD. Тряпочки, я их заказывал по каждой акции, по одной заказал. Вот, долго их не заказывал, но они, как оказалось, быстро, как бы проще их попользовался, в общем, и выбросил. Вот такие вот они тряпочки. Давайте растяну. Вот. Вот такая вот она большая. Вот. Вблизи. Вот. Хорошие тряпочки. Отлично впитывают влагу. На кухне я пользуюсь. Вытираем стол. Там вот такое вот. И ну, просто отлично. Уже много раз они были у нас в обзорах. Ну, точнее, в распаковках. Вот. Классные тряпочки. Я купил еще несколько. Вот, далее, кабель Mi 4C, то есть Type-C кабель, ну, отличный кабель, уже много раз проверяли, вот, покупал, по-моему, 0,99 центов был по распродаже, или что-то такое, ну, в общем, купил еще. Кабель микро... USB, микро-USB. Вот, отличный кабель, такой плотненький, уже вроде бы был у нас один раз, покупался за 11 центов, то есть была распродажа, в телеграм-канале у нас публиковалась, вот, за 11 центов вот такой вот кабель взял на GearBest. Замечу, что все посылки, которые я сегодня получил, это NL Post, но треки были просто циферные, не AL. Сейчас, сегодня у нас 4 января, 2018 года, и у меня много посылок, то есть порядка там 50-60 вот таких вот мелких посылок акционных, которые по доллару, по 11 центов и так далее. Они были с треками AL, то есть почты Азербайджана, и где-то потерялись на по трекам. Раньше они трекались до таможни, и через 2-3 дня я мог идти на почту забирать. Сейчас ни почта, ни таможня не знают, где посылки якобы. Вот. И они там порядка 70 посылок оттрекалось на таможне в период с 11 ноября по сегодняшний день, да, за 2 месяца. Но ни одна так и не пришла. Далее. Далее у нас посылка с AliExpress. Вот такая вот симпатичная посылка. Да, это вот получается у нас гирлянда такая. Заказывала ее племянница. Попробуем сейчас распаковать и немного показать. Вот, получается сама гирлянда с лампочками, и сверху одеваются вот такие вот колокольчики. Вот, причем у троих тут вверху видны дырочки, а в нижних я что-то дырочек не вижу. Или это, скорее всего, просто, что они одеты друг на друга, поэтому не видно. Или, в общем, не знаю я. Давайте раскроем, посмотрим. Давайте это в конце рассмотрим, а сейчас посмотрим на Ганза. Уже второй раз брал. В общем, взял себе машину домой, дома у меня уже есть, и в машину вот взял еще один мультитул, отличный, вот положили прям в него силикат гель, вот, отличный мультитул, мне очень понравился, небольшие плоскогубцы, все сделано очень качественно, здесь есть ножи и всякие дополнительные как бы инструменты, отверточка, ножи, несколько ножей, открывачка. И вот с этой стороны несколько отверток. Вот. Или да, не отверток. Ну, в общем, вот так выглядит. Вот есть крестовая отвертка, есть и плоская отвертка. Вот. Мультитул мне очень понравился. Это второй, который я заказал. Вот эта вот подставка, она пластиковая.
Вот. Крепкий, довольно-таки хороший, неплохой, очень мне понравился. И я поэтому заказал еще один, для того, чтобы у меня для... Иногда бывает нужно придержать что-то, отломить или еще что-то. И такие вот маленькие плоскогубцы, они очень нужны. И большие плоскогубцы у меня в машине хранятся. Соответственно, по домашним делам хватит вполне вот таких вот. Поэтому взял две. Отличные вообще, как бы, мультитул, очень мне нравится, и поэтому я еще один заказал. Вот, ну и давайте закончим уже откладываем с мультитулом, и давайте попробуем, распакуем. Вот так, идут сразу здесь вот много таких вот пластиковых штучек. Это, наверное, я так подозреваю, для того, чтобы крепить, закреплять на вот этих вот штуках саму гирлянду. Ну давайте их положим обратно и попробуем достать гирлянду. Получается гирлянда, вот диодики такие. Здесь у нас LX01, 12 вольт, 240 ватт, 50-60 герц. Кнопок никаких нету, то есть режим получается тоже один сплошной. Вот. Длинный где-то, ну, метр где-то до идет коробочки, до продет внутрь. Ну, в целом гирлянда она не слишком длинная. Вот. Получается метра, ну, наверное, 2-2,5 она метра. Такая небольшая. Ну, давайте попробуем одеть на нее что-то. В комплекте еще идет вот такая вот палочка. Зачем она, непонятно. Инструкции тоже здесь никакой с ней не было. Это вот запаянная упаковка прям. Ага, вот здесь можно открыть. Я думал, полностью запаяна. Так, ага, и получается, что нам тут надо вставить как-то? Палочка, наверное, для расширения. Или для чего? Ага, одеваем вот так на палочку. Здесь такой есть пазичек. Давайте посмотрим поближе. Вот, и получается, вдеваем в эту штуку. Она с двойным дном получается. Видите, такая чашечка с двойным дном, то есть... Ну, по сути, это шарик. Сейчас я вам покажу, попробую вытолкать полностью. Вот, как это сделано. То есть, это шарик, половина которого вогнута внутрь. По сути, можно сделать и самостоятельно. Знаете, берут, надувают обычный шарик и клеем с нитками вокруг него наматывают. Когда клей высыхает, просто вытягивают, ну, лопают изнутри шарик и вытягивают. И получаются вот такие вот... шарики из ниток. Так, ну а здесь она вот так вот вогнута внутрь получается, и получается вот такая вот лампа. Ну, давайте вставим в нее, я во все вставлять не буду, вставлю в одну только эту пробку, попробую, не получается у меня вставить, потому что отверстие маловато. С горем пополам вставил, и то не до конца. Вот, но тут уже, так сказать, чуть-чуть осталось. Вот, ну, вот так оно выглядит. Немножко я ее примял. Вот, но она выравнивается. Вот, сюда вставляем, получается, нашу гирлянду теперь внутрь. И когда включаем, она будет гореть приятным цветом. Вот. Так это выглядит теперь. Давайте переместимся к розетке и попробуем зажечь. Вот так она зажглась вся, просто обычным цветом, она не мигает, ничего, и вот зажглась и горит вот таким вот цветом. Сейчас попробую выключить свет и посмотрим, как это будет выглядеть без света. Красиво, очень красиво, и
учитывая того, что вот такие вот они лампочки, они на расстоянии где-то сантиметров 10 друг от друга. Вот. Ну, прикольно. В общем, очень прикольно. Для интерьера вот такая вот красота. Пал на Али вот эту радость, гирляндочку. Ссылки все будут в описании. Здесь палочку все вложим обратно, откладываем. Ну и последняя посылка на сегодня. Вот такая вот. Это чехол для Voyo. Для планшета Voyo чехол. Обычный чехольчик такой с крышечкой. Вот все гнется. Как подставочку можно использовать. Вот. Есть для динамиков прорези. Вот. Хорошо сделан. Неплохо, качественно все. Вот. Как-то так. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!